Уважаемые зрители Политвестника, дорогие друзья, день в день, ровно год назад, 1 апреля 2012 года, именно вот здесь, на этом месте, мы записали финальный стендап нашего первого репортажа. Этот день является днем рождения Политвестника. И всему виной вы, ваша жажда правды. 280 репортажей, сюжетов, интервью, аналитических программ, 2,5 миллиона просмотров и только на нашем канале. 7 тысяч подписчиков. Что ж, мы растем. Растем вместе с вами, вместе с гражданским обществом. Мы уже сказали первое «агу», и потом сказали очень много слов. Мы встали на ноги, сделали первые шаги, потом более уверенные. И, наконец, предъявили власти вполне себе прорезавшиеся зубы. И это тоже с вашей помощью. Когда-нибудь Политвестника не станет, безусловно, потому что рухнет эта власть, и Политвестник окажется не нужен. Но не печальтесь, гусеница обязательно превратится в бабочку. Вам с нами не будет скучно. Поздравляю вас не с днем дурака, но с днем Политвестника. Искренне ваши. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ.